Австрийская компания «Газконнект» заявила о восстановлении транзитных поставок газа в страны Европы. Они были прерваны во вторник из-за взрыва на газораспределительной станции австрийской нефтегазовой компании ОМФАУ близ города Баумгартен-Андермарх. В результате пострадал 21 человек, один погиб. ЧП затронуло крупнейший австрийский газовый терминал, занимающийся распределением российского газа в Европе. Из-за аварии итальянские власти объявили чрезвычайную ситуацию, но гарантировали обеспечение потребителей газом за счет запасов в хранилищах. Между тем, цены на голубое топливо в Италии значительно выросли. Полиция уверена, что причиной взрыва стала техническая неисправность. В компании, в свою очередь, предположили, что причиной взрыва мог стать сбой недавно установленной фильтрационной системы. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.